И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Серега. Сегодня мы играем Gambits, будем поднимать вам настроение. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем пока, ребята, я уже упал. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну а я посмотрю, как пацаны играют. Я случайно, короче, упал в дырку, вот дурачок. Серега, серия весело началась. Давай, Серега, нападай на меня. Но... Нифига себе. Я не знал, что можно камнями нокауты прописывать. Нет. Держи, держи. Вы делаете? Я выиграл. Димон, а что ты выиграл? А почему ты выиграл? А вы видали, как я его кирпичом? Да, нифига себе, я не знал, что тут кирпичом можно вырубить. Так ты прямо ему типа держи, типа бах и в нокаут. Короче, да. Выбрал режим, каждый сам за себя, я думал против ботов. Может так лучше, пацаны, или нет? Да. Да, тут с нами люди еще играют, прикольней будет. Смотрите на этого голубого пранкера. Знаешь что, боты, они сильнее, чем люди даже. Да. Люди бывают глупят и сами падают. Давайте, Серега, кидай его. Тут какой-то... Тихо, меня хотят кинуть. Не-не-не-не-не, пирата еще никто не кинул. Дурачок, отстань от меня, я сейчас тебе драться буду сегодня. Я же сегодня драчун. Я чувака скинул, вы видели? Нет. Он хотел меня скинуть, я его переборол и выкинул. Давай этого зеленого панка. Нет, пацаны, я вас держу. Держи, держи, Димон, держи меня, потому что он меня схватил, вот говно. Да отвали от меня. Он стекла бьет. Спасать буду, спасать. Есть, его поймал, красиво, смотрите, бросаю. Блин, как же его ударить? Давай его, Димас, просто... Тихо, держи, держи, Димончик, меня держи. Давай, 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 он меня хочет бросить. Ребята, бей, бей его руками. Карнизу, пока карнизу, я тебя держу, бей его руками, Димас. Давай. Я держу за стенку, нормально. Бей, бей, бей его. Не, бей его, давай, Димас, вырубим сейчас его. Давай. Да я не могу, у меня... Ладно, давай. Сейчас, 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 сейчас ты его вырубишь, и мы его... Нет, Димон, я его схватил за патлы. Давай, как ты его... Ну, бей, бей его. Да что меня... Бью, Димончик, бью. Нет, Димас. Димон, держи. Держу. Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение. Мы с Димасом заодно, давай, Димас. Да нет, не я тебя, не я, не я, не я. Да ну. Да ну, блин, говно бросай. Бей, Димон, бей его в это время. Бей, бей, оглуши его и выкини. Голова попробуй, лупани его. Есть, есть, Димон. Блин, давай, я думал, давай. Я его бросил. Нет, есть, ты... Димон, есть, я! Мы это сделали, блин, я чуть горло не порвал. Димас, теперь мы между собой. Видел, он хватался, Димон, за этот, за палки, они вместе с ним улетели. А, Димон, мы теперь между собой, хорошо, давай. Иди сюда. Иди, иди сюда. Я выиграл! Драу, ничья, блин. Я ничья. Хорошая была битва, хорошая, мне понравилась. А, ну ладно. Не, с людишками веселее. Они как-то, ну, более реалистичнее, что ли, играют. Боты как по скриптам сильно. О, мое любимое. Здесь вылететь вообще запросто можно. Так, давай из этого зеленого, короче. Кепка моя новая. Дядя Димон, за ногу. Да я тебя за ногу. Димончик, Димончик, держись, держись, держись. Кто-то упал уже. Я упал опять. Серега, ну что ж ты. Такой я. А, бей его, бей его. Этого Доместоса. А, это красный, это красный, красный какой-то. Димон, каждый сам за себя. Смотри, где я. Я висю. А, пошел отсюда, зеленый. А, говнюк. Как же тебя выбросить? Как же тебя выбросить? Нет. Ладно, я спрыгиваю. Иду, Димон, помогать. Есть, Димончик, есть. Я перебрался на другой контейнер, Димас. Ого, его багает, у него что-то с прической не то. Чувак, прощай. О, красного вырубил, вытолкнул. Молодец, Димон, давай зеленого вместе. Я его выкинул, Димон. Есть! У-у-у-у! Димон, мы с тобой лучшие бойцы. Ломай-ка надо, ломай-ка надо, Димон. Димон, давай, слазь. Он живой еще. Он еще живой, как он там выбрался, я не знаю. Вот, залазь, давай. Я смогу, я смогу. Есть! Нет, упал! Димас лучший. Он еще опять вот там лезет, да смотри, какой наглый. Димас, вали его, вали его, вали, вали. Выруби, просто его выруби. Есть!
Опять он держится, смотри. О, Дима, сломай канаты, чтобы он упал. Канаты ломай, канаты ломай. Да-да-да, ломай их. Ломай, бей его. Бью, Диманчик, бью канаты. Схватись и отойди, короче, схватись и отойди. Я буду головой бить канаты. Он выпрыгнул сам. А подожди, Димас, я тебе даже похлопаю. Блин, ну получилось же, получилось. Ну да. Так, у нас с тобой ничья, Димас. Какие-то там звуки чвяканья были, шмяканья. О, лифты. О, Димон, давай вот этого красного. Серега, мы с тобой вместе, давай вот этого. Так, зеленого чилипиздрика схватил, буду им стекла бить. Все, бросай его, прощай. Димон, выбей стекло. А, голубой это не со мной, блин, это они вдвое против меня одного. Вот. Выбил. До свидания. А нет, говно, он... Блин, чувак, ну вот ты глупый. Все, я его выкинул. Еще один кто-то улетел, еще один, да что все падают? Димон, мы с тобой остались. Димончик! Лифт этот можно открыть? Стой, подожди. Можно? Не, нельзя, Димон, я проверял. Нет, тут можно его открыть. Смотри, туда можно походу пройти дальше. Не-не, там в стенах это, закрытое все. Давай, Димон, деритесь! Бомжара и пчела, давайте, кто лучший? Бомжара и пчела. А как сказать по-другому, я не знаю. О, Гонча через себя бросил, Димон. У бомжа что-то улетело там. Нет, стой, это шапка моя, мономашка. Мономашка, на тебе свертушки. Но. Давай, Серега, ты сможешь. А нет, не смеешь. Не сможешь. Смогу. Нет. Вот, все, я тебя схватил. Что делаешь? Ой-ой-ой, красиво, Серега, но не до конца. Давай, ты сможешь. Ну, бомжара, ну давай. Ну, нет. Ах ты говно. У нас борьба вообще дикая. Опять что-то упало, что у вас там все падает? Опа, Димон, молодец. Только ты застрял. Давай, Серега, за спину тяни его вниз. Серега! Димон, ты выиграл. Ой, ребята! Бомж лучше. Бомж. Да он мне пернул в лицо, вот я упал. У Димона 2 очка! Да! Еще одно очко, и он победил. Еще одно. О, прикольная карта. Кстати, будем в следующий раз тоже играть в мультиплеер. Разные карты быстро грузятся. Очень быстро. Так. Это вентиляторы. Короче, когда они останавливаются, ты падаешь и умираешь. Когда они, ну, типа, активны, то ты можешь парить. Это прикольно. Так. Во, началось. О, чувак там решетку вытянул. О, мы летаем, а так что можно здесь? Это законно? А, меня в мясорубку сейчас запихнуло. Лучше держаться к центру ближе. Меня там отбили. Есть, я живой, я бегу. Я блин, чувак, ну что ты сделал? Я живой еще. Дима, сейчас подожди, вентиляторы пока заработают. Блин, я умер, надо было реально подождать. Ну-то ладно. Давай, Серега, ты сможешь. Он меня схватил. Чувак что-то устал там, или он что-то потерял там. Он что-то приустал, да, есть. Серега, давай, ты полетел. Тихо. А, надо лететь, когда стоишь не по центру, да? Не, ну сейчас всегда взлетать начнет, все равно. А, чувак держится, чтоб не лететь, я понял, вот хитрый. Не-а, не полетели. Никто не взлетел. Оно летят, когда видно на решетках надо стоять. Подпрыгнешь, надо подпрыгнуть просто, не. Знаешь, все втроем упадут, я буду угорать, и будет Дима ничья. Они как три алкаша танцуют. Не-не-не-не-не-не-не-не, Валера, танцуй. Ого. О. Начинается, короче, драка. Все, сейчас. Во, сейчас будет весело. У-ху-ху. Драка в воздухе, как этот, в Матрице. Да, Серега, смотри, не лети. Они сейчас, Димон, все втроем упадут, смотри. Нет. Я держусь. За Серега наблюдаем. А тот чувак еще внизу живой. А ты его просто бей, фигачи его просто. Или его фигачу. Ой-о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 й. Пайк выиграл. А вот так, как он кверху? Он еще на лопастях висел. На лопастях. Нет, ты упал первее. Фу, ё-моё, да? Он еще там провисел на лопастях секунду. Ого, опасно, пацаны. О-о-о. Давай, я не знаю, что здесь делать. Димон, держи! Нет. Держи, Димончик, есть! А, держусь!
Да готовче. Димон, да ты выиграл, да как? Это самый глупый раунд, который я видел. Она меня держит, а я ее держу. Короче, Димон, смотри, куда ее надо тащить. Да ко мне камерами на меня не переключается, что за говно? Я коротыша этого несу. Сопляка вонючего. Ты можешь вырубить. Давай, Димас. А я раскручу сейчас. Вырубил. Ого. Выкинем в это окно, короче. Так и сделаю, Димон. Крути, крути его и выкини. А, знаешь, как легче всего выкинуть чувака этого? Поднимись на второй этаж. Да я сейчас слился там, кстати. На втором этаже, короче, там можно через перекладину не перевешивать. Там можно сразу же выкинуть его там. Смотри. Поднимайся на лестнице, Димас, давай. Да подожди, сейчас, я хочу его за спину взять. Там выкинуть легко можно будет. Вон, видишь, впереди там дальше лесенка. Да что со мной, как алкаш вонючий. Давай, давай. Вот впереди, видишь, лесенка, там нету бортов, там можно упасть, чувак. А, вот сюда вот, да? Да-да-да, туда-туда надо его. Димон, чувствую, я упаду. Потому что мы с Серегой... Да что такое? Он очень сильный, малый. Ладно, буду по своей методике. Методика. А методика у меня простая. Типа бомбосовская, давай. Серега, ты живой еще? Нет, я сдох. Живой. Че, он прячется, что ли, от тебя? Прыгай, короче, на перекладину и вывешивай его там. Давай, на прогиб, Димас, как я тебя учил. Да что он за перила вери... А, лестница, нет. Ого! Лестница упала. Че, типа, он выиграл, я аж выиграл, не. Поднял руки, раскрути, такой, все. Раскрути, как я ее раскрутил, и выкинь потом. Так ты слился же, сынок. Ну я выкину уже. Сейчас, короче, ну, смотри. Молодец. Я делаю все по красоте, смотри, не обыскивай, у меня нет денег. По животу тебя там бьет такой самурай. Да что у меня луп... Какая-то коротышка рыжая, меня будет бить? А он белый. Так, давай, бери его. Димас вообще помидорка. Да блин, я как-то раньше лучше играл, что ли. Сейчас, короче, буду рискованно играть. Смотри, фига себе, он тебе 100 ударов в секунду нанес. Вообще дикий какой. Новая методика. Какая? Давай выкидывай его, методика. Сейчас. А, ты хочешь, как мы с Серегой тогда его сбрасывали. Кстати, я сначала сбросил, увидел, что здесь хорошее место есть. Идите, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!